Дерматологи, венерологи и даже стоматологи сегодня отправились на Нижнекамский молокозавод. Основная их задача – обследовать сотрудников и выявить онкологические заболевания на ранних стадиях. Если выявляется на поздних стадиях, третьей, четвертой стадии, это, во-первых, требует большого вмешательства. Вот там и химиотерапия, там и облучение идет, там и дорогостоящие лекарственные препараты, там и хирургические вмешательства нужны. Повар предприятия Любовь Торова пройти обследование решила одной из первых. Она убеждена, заболевание легче предупредить, чем лечить. Кроме этого, считает нижнекамка, подобные мероприятия существенно экономят время. Не надо ходить в поликлинике, сидеть в очереди. Очень удобно. Надо, чтобы люди были здоровыми. Это же всем интересно, чтобы наши люди были здоровыми. Всего в рамках акции медики осмотрели более 40 человек. У 19 было зафиксировано повышенное артериальное давление. Одного сотрудника направили на удаление родинки, которая кровоточила. У еще одного сотрудника подозрение на онкологию. Его врачи направили на дальнейшее обследование. Екатерина Кулина, Максим Галимзянов. Новости Татарстана. 25 лет в эфире. С вами и для вас.